Добрый день, друзья. У берега Большого озера в одном и том же месте периодически встречаешь вот такую конструкцию от туристов. Она живет 1, 2, 3 года, пока вандалы ее не сожгут. Это столик, сделанный из тарного ящика, выброшенного на берег штормом. Для его изготовления туристы используют 16 саморезов и несколько стяжек. Рассмотрим конструкцию стола поподробнее. Столешница сделана из тарных досок. Видны вытащенные гвозди. Все доски закреплены при помощи поперечин на 8 саморезах. К этим поперечинам прикручены ножки. Ножки между собой для поперечной устойчивости стянуты вот такой вот планкой, которая закреплена на стяжках. Иногда вместо этих планочек используются ветки. Столик довольно крепкий, на нем можно сидеть. Я думаю, основное его предназначение – столик для закуски. Так что имейте в виду, находясь в походных условиях и имея минимальный запас метизов, вы можете собрать вот такой вот крепкий столик. Не забывайте подписываться на канал Секрет Мастера, смотрите другие ролики.